«Дай почитать». Здравствуйте, Ксения Станиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. В предчувствии настоящей весны хочется чего-то веселого, необычного, легкого и летящего. Я имею в виду чтение. И, конечно, сразу вспоминаешь добрым и светлым словом Славу Сэ, псевдоним Вячеслава Солдатенко. В 2021 году умершего, к сожалению, от двухсторонней пневмонии, вызванной COVID-19. К своей читательской радости я обнаружила еще мной непрочитанную книгу Славы Сэ, книга 2018 года «Когда утонет черепаха». И на пару часов погрузилась в невероятную, местами абсурдную атмосферу книги, но главное – достоинство текстов Славы Сэ, остроумие, шутливо-философское отношение к окружающему миру, неповторимый и очаровательный авторский стиль. Итак, «Когда утонет черепаха» – прекрасный пример истории в истории. У нас есть сценарист по имени Паша, который для разных кластеров, для разных клиентов придумывает сценарии. И вдруг оказывается, что все, что ты читаешь, это огромное повествование о судьбах и поступках вымышленных героев. Это многоярусный роман, роман-притча, он же мелодрама, он же сатира, он же триллер, он же пародия. Стёб, ирония, юмор, философия, мораль. А потом вдруг все становится как в пазле, на свои места. Все складывается. Это разгрузочный роман. Вы устали от серьезного чтения, вам кажется, что вы не можете больше выдержать всю серьезность и весомость классической русской литературы. Да, тогда на несколько часов возьмите книгу Славы Сэ и прочитайте. Чуть передохнете, отдышитесь и с новыми силами вступайте в бой за великую мировую русскую литературу. Не могу сказать, что это абсолютно мое чтение, спасение от невзгод, но это блестящий пример поиска юмора, веселых открытий, структурных ошибок, сюжетных нестыковок. Это пример того, как может быть, но и того, как будет, потому что это просто замечательное разгрузочное чтение. Слава Сэ, спасибо. 16+. Дай почитать.